что-то роет, роет, Боба. Когда ты займешься, наконец, делом, а именно, поможешь мне копать картошку, а ты роешь непонятно что и непонятно, что ты там ищешь. Смотрите, какую глубочезную яму уже вырыл. И, как ни в чем не бывало, продолжает дальше. Уже спри... О, смотри, харя у него какая, вся в грязи. Боба, ну посмотри. Ой, молодец, Боба. Ну, когда ж ты научишься помогать мне копать картошку? Когда будешь копать картошку вместе с хозяином? Ты посмотри, сколько земли ты вытащил. О, видите? Боба. Боба. Вот такой у нас он парень. Ну, вы знаете, что он ищет? Здесь живут мыши. И он рано или поздно эту мышу выроет. О, знаете. Выроет эту мышу. И будет, поймает ее. И будет носить ее с гордым видом по двору. Смотри, 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 смотри. Сколько энергии. Сколько энергии. Вот животное. Маленькое, но энергичное. Уже вот это у меня погреб такой, да? И над ним холм земли. Так он, смотрите, сколько нор уже нарыл. Нарыл большое количество нор. Здесь растут лилии. Они расцветают весной, уже отцвели. Ну, я не знаю. Наверное, лилиям уже все. Пришел конец. Потому что это... Он пошел, пошел, пошел. Пошел, корни выгрызает. Смотрите, с какой энергией, да? Зрелище, достойное книги рекордов Гиннесса. Ну, давай, давай, рой. Раз тебе хочется. Он собака еще молодой. Я ее подобрал на улице. Это двор-терьер. Но очень умный, очень добрый. Очень, видите, что-то там дует туда и фыркает. Наверное, слышит мышей. Выловит он их. Здесь раньше бегали крысы прямо вот по той трубе, да? Сейчас нет. Боба, ну все. Давай. Я заканчиваю видео. Я думаю, твоим почитателям понравится. Если нравится Боба, если нравится его занятие, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Смотрите, смотрите, что-то вырыл такое, шкребется. Наверное, корень или кирпич. Я даже не знаю, что делать с этим погребом. Придется засыпать его щебнем, вот эти дыры, чтобы он не рылся. Товарищ. Товарищ верь взойдет, а да. Заря пленительного счастья. Ясно. Но не взошла еще заря. Ну все, Боба, я буду заканчивать. Я чувствую, что ты сегодня ни мышей, ни крыс не поймаешь. Что такое? Что такое? Там что-то есть. Что-то вырыл. А, шмеля вырыл. Ну, шмеля не надо трогать. Вот, шмель тут жил. Шмеля вырыл. Так это ради шмеля ты всю эту работу проводил? Вот, шмель. Шмель хороший. Посмотри. Посмотри, не дает. Пошел, 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 пошел. Пошел, пошел. Заодно контролирует обстановку. Кто-то на улице прошел или проехал. Он лает. Ну, хорошо. Будем заканчивать сеанс связи. Боба, я думаю, что ты ничего, кроме шмеля, сегодня не выроешь. Вот такой у нас Боба.
Подписывайтесь на канал, следите за его приключениями. Он вообще ведет очень интересную и насыщенную жизнь. Ловит мышей, крыс, выкапывает шмелей, гоняет котов, гоняет голубей. Ну, в общем-то, добрая собака. Все, друзья, до новых встреч.